Друзья, сегодня почти 8 часов я провела в клинике. И только когда вернулась домой, до меня дошло, что это мои последние шаги по Липецку, мои последние дни в городе грязи. И знаете, смотрю на все это и не верится, что я смогла все это. Нет, не сотворить. Без вас бы я ничего не сделала. Без вашей помощи это было бы невозможно даже близко. Я поражаюсь тому, что я смогла это пережить. Я сейчас оглядываюсь, у меня волосы дыбом встают. Это уже было настолько авантюрно, настолько страшно, настолько непредсказуемо, когда строилось все с помощью молотка от такой-то матери и огромного желания победить, выжить. И вы себе не представляете, как я вам благодарна. Родные мои хорошие, знакомые и незнакомые люди, примите мои самые искренние, самые теплые пожелания добра и мою благодарность за то, что все это время вы были рядом. А еще не сочтите за наглость, друзья, но я прошу вас, оставайтесь с нами. Страшная эпопея переезда почти завершилась. А вот голод, он всегда маячил у нас перед глазами, и сейчас маячит еще с большей силой, потому что все наши финансы были брошены на переезд и на стройку. Помогите нам теперь просто выжить и обосноваться на новом месте, пока мы немного окрепнем, пока завезем новые знакомства, пока к нам приедут волонтеры и познакомятся с нами, пока люди узнают о нас и начнут к нам приезжать гости. Не только сами, но и с детьми. Друзья, у нас начинается новая страница нашей жизни. Милые мои хорошие, спасибо вам. Спасибо. И я жду вас. Всех. Всегда. Приезжайте. Приезжайте, лохматая душа. Рада вам. Рада. Искренне. Безоговорочно. Жду вас, мои хорошие. Спасибо вам. Мой низкий поклон вам, люди. Мой низкий поклон за то, что спасли моих детей. Храни Бог ваших. Спасибо вам. Ребята, на глазах просто ребенка машина ударила. Вот, думали переломанный. А в общем черепно-мозговая травма пока. Сейчас положим на капельницу, а там Бог решит, что с ребенком будет. Переломов, к счастью, вроде бы нет. Ребенок встал на лапы, но он шатается. В общем, у ребенка ЧМРТ, да? Сейчас капаем, а потом Бог решит. Дня 9 малышей. Пузи, тараканы вы. Мамины. Да мои вы холошики. Да что ты такие симпатяшки? Ребят, они вообще крошечные вот эти. Все три девочки. Они такие же, как чихуашки. И тоже маленькие-маленькие. Видно, что мелкопородные. Ребят, такое ощущение, что они метисы пекинеса. Мордочки короткие. Дай, зяки мои. Ой, ты мои красивые. Манюсенькие. Бози. Боже. Боже мой, да что же это такое? Сейчас пошли кашу варить однозначно. Вот.
Вот этого таракана подбросили. Вот оно. Пусть. Три козявки. Ой, иди сюда, я тебя покажу. Подожди, распластался. Вот такой. Ой. Такие тараканы маленькие. Мамины. Я еще не дала имя малышу. Ему, наверное, где-то годик. Около годика. Да, еще не кастрированный. Но у мальчика энтерит. Тяжелая форма. Годовалый малыш с энтеритом. Просто лежал. Мне показалось, что подозрительно. Этого мальчика нашла. Просто лежал на обочине. Я сначала думала, просто лежит. Как обычно, интуиция сработала, что надо остановиться. Остановилась. А у него кровавый понос сильный. Хотя взрослый пес. Взрослый пес с энтеритом. Ну что, Барик? Барик. Барику все равно еще плохо. Он еще тяжелый. Барику капаем кислоту сейчас. Аминокапроновая кислота. Ладно. Барик у нас еще тяжелый. А вот Нежу мы прокапали. Нежечка уже спит. Но тоже тяжелый ребенок, тоже еще кровью ходит. Мы все капаемся, капаемся и капаемся, да, Барик? Барик мой хороший. Барик очень тяжелый, у него очень сильная кровь. У него лужи кровавые, он выдает просто чудовищные. Я ему сейчас прокапала 100 грамм кислоты. Хороший мальчик. Помощь вообще остановилась. Ребят, я не знаю, что делать. Я прошу вас, нужна помощь. Очень прошу. Друзья, мы так старались. Вывозили. Спасали. Спасли, ребята. Вывезли. А кормить нечем. Корм есть только на сегодня. Все, ребята, мы справились. Корм есть только на сегодня. На завтра корма нет. И не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. На завтра у собак корма нет. Сегодня мы отдали последний корм.